Комментарий без лайка попадет в следующее видео. Подпишись на Феры и не будь жопой коня. А я то... Привет! Не надо! Смотри, не надо. Какой я! Смотри, какой я! Демон! Откуда это? Демон! Так посмотри, у меня еще вот этот. У меня еще и рюкзак, который прям по стилю подходит к этому. Короче, Крейт, мне надо тебе кое-что отдать. Держи вот этот вот меч. Каменный меч, почти сломанный, да. Спасибо! Иди вот сюда. Вот это сокровище! Слови сначала ракету, сначала... А, подожди, у меня еще ракета, базук, волына какая! Слушай, это уверен, что... Смотри, я в них сейчас шмальну, подожди, иди сюда. Кто это вот там вот стоит? Вот кто это? Это кто? Это Василий. Это X-Данил. Ну почти. Увернулся, Вась. Кстати, у Натахи температура... Какая температура у Натахи? 39? Сегодня, да, была 39,5. У Натахи температура 39,5, поэтому Натаха сегодня не придет. Вот, Натаха у нас лечится и пускай поправляется как можно скорее. Ну все, можно сказать, что я полностью здорова. У меня осталось только больное горло и заложенный нос, но это в целом мелочь по сравнению с тем, что было, поэтому... За меня не переживайте, у меня все хорошо. И самое главное, сами не болейте. Потому что вот те 2 или 3 дня, что я валялась, это кошмар был. Вот так, Ярослав, это вам. Бери. Ух, какой! Это шпага. Вот это шлагбаум огромный в руках. Чи! Давай скрестим наши мечи. Нифига себе, как оно там. А в 2 руки возьми. Как? А как? Ну, вместо щита поставь. Иди к рейду угрожай. Фига себе, гладиатор! И потом что говорят, что я плохая. Где он? Ай, господи! О, у тебя еще один такой! Теперь я гладиатор, адский гладиатор! Да не надо! Не надо! Помогите! Не, ну гладиатор, Ашан, оцени! Ашан! Прям вообще красавец. Я демоненок Локи с 2 мечами огромными. Я тоже такой меч, пожалуйста. Не, мне надо еще одного Игниса убить. Рейд, брат, мы тебе помогаем как можно. Да, да, такой, не, у него такой... молот есть или а что ты там. А ты в 2 руки сувай. Теперь я вас посвящаю в таких же неадекватных, как и я. Одевайтесь полностью. Какой бородатый! Мои усы просто выносят меня. Ну, слушай, ну все. Просто дьявольские братья-близнецы. Сосись! Ты новенькая? Убейте меня еще раз. Да, я новенькая. Что? Ой, мама. Что произошло? Это мой меч. Какой он заражает? Почему, да, у нас нефть теперь? А почему она заражает? Да я не знаю, это нефть. Будем качать нефть. Ну да, тут можно покачать. Какая нефть мне нафиг? Сосиска, господи. Иди, где сосиска? Господи, сколько раз его звать можно? У нас новенькая на сервере. Сосиска! Я по мини-карте вижу, ты где-то здесь. Кто? Иди сюда. Что я тебе хочу в шмотки? Это мой дом. Привет. Внутри. Да. Тут можно вот пописать, покакать. Вот так вот ломаешь и опа. Вот ты туда и все свои дела делаешь? А что ты пришел? Чтобы теперь уже все бегали в этой броне. Вроде у Виты, у жены Ярика еще нет вот этого. Да ей в целом нафиг как бы не надо. Вот она где-то там с Яриком сюсюкается. Вот смотри. Здесь у нас Бишка, вот Вита. Чё... А Вита, кстати... Жаба. Вита, кстати, этот сам, Вита дом себе начала строить. Добавь. Вита, уф, Вита себе, где? Рисунок. Марти. Я теперь Сигма, Эдуард. Кто? Я Сигма. Бишка, у тебя просто башка, коробка какая-то, это не Сигма. О, я сейчас у него украду, я выполню ачивку. Если на шифте подойти и открыть у него рюкзак. Извини, базуку выкинул. Марин, мистер этот Мармок! Я у Мармока изумруды вот это вот своровал. Мистер Бейс, нафиг я со 2-го стрима здесь живу! Но это невозможно, сейчас будет перестрой. Как будто бы нафиг надо сносить этот дом и переезжать в другое место. Он мне так нравился. А Натахи нет, а Натаха нам начала что-то строить, я же у нее хотел дом купить.
Смотрите, здесь произошло. Теперь с любой стороны сюда можно зайти. Ярик, Стасик же больше не играет на этом сервере. А дом этот хороший, и в нем никто не живет. Он ничейный. Но он, да, он такой же разрушенный. Да, он такой же недостроенный. Но внешне посмотри. Ну, два одиноких... Ну, ладно. Один одинокий, один женатый мужчина. В целом здесь хорошо уживутся. Может, тогда полностью... В смысле, полностью его бомбануть? Ну да. У меня нет столько динамита. Прям уже по красоте. У меня нет столько динамита. Подожди, сейчас принесу. Да его можно оставить как памятник, понимаешь? Да, это он слишком красивый. А вы только сейчас это знаете? Да мы со Стасиком записали, да записали два финальных выживания, две финальные серии выживания, которые выйдут в ближайшее время. Там свадьба, еще кое-что. И после этого Стасик ушла из команды, больше она записываться не будет. Это все из-за... Ну, узнаете в следующих двух сериях выживания. Все, ее она больше играть не будет. Нет, это серьезно, это серьезно, я не шучу. На это в этот раз я не шучу. Стасик больше не в команде. Еще выйдет два видоса с ней, и Стасик больше не в команде. Нет, все из-за Кирилла, из-за свадьбы, из-за вот это вот все. А где Амогус? Стасик же тоже тащила в одно время Амогуса. Где-то должен быть Амогус. У нее дома на минус первом этаже, по-моему. Подожди, ну давайте за мной, давайте за мной, давайте за мной. У Стасика дома есть Амогус. Не, Мика, оно нифига не работает. Ну это дичь какая-то. А там в аду надо или что-то такое? Не, ну подожди, мы этого Амогуса притащили из этого. Мы этого Амогуса притащили. А поднимите все на первый этаж, чтобы если я спавнил. Не, поставь его обратно, поставь обратно. Стасика нычка, да я знаю, то, что у него нычка есть. Вот нычка. У него 3-3 зубца, понимаете? Насколько Стасик мышка. Так, я думаю, то, что эта фигня не работает на самом деле. Ну, потому что это какая-то слишком глупая теория. Если заспавнить этого комара, и он укусит Амогуса, то тогда Амогус при... Это что такое, дядя? Оно реально сработало! Я сейчас его этим своей суперспособностью. Тихо, тихо. Мистер Пейс, задержи его! Ой, я мистер отпустал. Побей его! Нифига ты мой! Чем больше шкаф, тем громче падает, да, или как там? Где Ярик? Да он тоже улетел. Ты где? Чё? А, перчатки. Туда его. Туда его этого. Всё, сколько вы ждать можете? Чё? Это же этот! Смотри, у него на башке, у него на башке! Это из черепашек ниндзя! Да каких нафиг черепашек ниндзя? Да я его... Ребят! Да я его ни разу не ударю! Мы главу закончили. Мы главу, да, реально, прям мы закончили. Мы прошли. А как он сдох? Я нафиг пока упал, и он уже кокнулся. Уровень опыта плюс 5, тотем бессмертия. Мне дали какие-то странные кристаллы, из которого можно сделать странный этот ножичек. И мне дали странную пушку. У меня теперь... Может, хватит? Нет, мелкого не трогай! У меня теперь два гранатомета! У меня теперь есть пушка, у меня есть гранатомет! В ад мы больше не возвращаемся! Я вас всех поздравляю! Мы полностью прошли ад! Полностью прошли! Нафига? Почему? Полностью прошли ад, ребята! Всех поздравляю! Всех поздравляю! Мистер Домер, поздравляю тебя! Спасибо, вас тоже, стойте! Все, потопали, давайте дальше. Подожди, там еще что-то! Там еще что-то есть! Там еще какой-то огромный данжи, только сейчас его увидел. Господи, я забыл, почему? Нафиг подписчики просто, нафиг подписчики! Это что? Ребята, а почему оно страшно так выглядит? Ладно, вот эта башня знакомая. Мы в такой жили. Из-за мистера Биста мы ее взорвали. Давайте сначала в башню заберемся. Это ощущение, я не знаю, это данж или это просто генерация какой-то горы? Это данж. Это определенно данж. Вы на карте посмотрели на него? Это что за гигантская дичь нафиг? Оно выглядит как будто какой-то человек. Так, сейчас сюда мы спускаемся. Это мы убираем. Я находила эти башни. Там очень много лута. Я не учусь на своих ошибках. Я не учусь на своих ошибках. Это уже нафиг какой раз? Это какой раз? Давайте сначала начнем снизу. И вообще, где здесь низ, где здесь верх? И где здесь в целом начало? Ну вот Лёва задонатила и сказала то, что здесь офигеть сколько всего полезного было.
Господи. Давай, мочи его, мочи. Мочи, мочи, тут мед, улей. Так, подожди, а может они мирные, мы просто якобы... Не-не-не. Да, не. Да, мы мешаем им жить, ты понимаешь, они просто здесь медик собирают. Но вы никогда не думали то, что плохие не мобы, а плохие мы? Мы им мешаем жить. Ну да, дракон же нам ничего не сделал, что мы его убиваем? Да. Там сова, там сова или кто это? Видите? Вот, поднимается. Глазастик! Да я хочу есть туда, босс? Я хочу туда. Кого? Нет, дурак, давай, что ли? Давай, я толкну тебя. Стой, давай я тебя туда толкну и все. Ты дурак, что я нафиг тут не надо меня толкать, мой хороший. Я тебе кто, Спайдермен? Толкни меня. Хрейд, я Спайдермен. Да чтоб потом это... Чтобы Хрейд сам туда улетел. Да, не, давай. Вот если ты не долетишь, меня это к тебе толкнут. Давай. Ну ладно, толкай его, Хрейд, давай, толкай его. А мне потом ничего не будет? Ничего не будет. Да не будет, я ж хорошо, тебя прошу. Он ничего живой, не... нормально. Вон, нормально. Ну ладно, толкай меня, давай, толкай. Не, он... Живой? Рукожоп, рукожопский острый. У меня сейчас так сердце ёкнуло, ты бы знал. Я открыл, здесь большую дырку сделал, так что кидайтесь. Дырка сделал, молодец. Могло я быть, как был. Будто бы лучше. О, так. Я ненавижу этот чит, честно. Я ненавижу это. Я ненавижу его. Ну вот когда надо, мне он сейчас не нужен был, чтобы я убил. Я же сюда отправлялся только ради вот этой вот шелухи летающей. Только ради нее сюда отправлялся. Ну нафиг ты вот это ударил. Вот, я вижу чей-то ник там. Давайте. А? Я вижу чей-то ник, и ты и бьешь его, гений просто. Так, знаешь, тебе как получилось? Знаешь, как я потерял? Ты же это, ну упал, да? Да, вот да, ты меня столкнул. Ну ты упал. Да. Я такой это думаю, ну ничего, ну я же не упаду, я же, ну, умею. Ну. Я такой, запускаюсь, и ну там куда же бы? Надо, ну. Тут же надо, это, держать ПКМ, держать Shift и отпустить ПКМ, да? Я бы сказал вам этом. Я так хотел момент подловить. Я так долго его вот это пытался мозг ему запудрить. И так, и тут. Я думаю, ну да, ты рассказывай. Давай, ты там порассказывай. Он строится. Теперь я в западне. Я ненавижу это чит всей своей душой. Господи, вы бы знали, как же я его ненавижу. Это кошмар просто какой-то. Ярик свалился А Ярик тоже сдох, понимаете? Ярик, у которого такая же броня, как у меня. Привет, оп! Привет! А слушай, как мы с тобой давно не виделись? А чё, нет? Подскользнулся я чё-то, представляешь? Ага, бывает, хрен. Я больше угорнул с этого, с Ярика, который после тебя от скелета свалился. Высокий данж, вот так вот. Теперь Хрейд, я пошел. Куда? Мне надоело. Прощай, не мой надо. Друг. Нет, приятель, нет, стой! Не прощай, надо. Мой друг. Ну подумаешь, дом взорвали, подумаешь, ну с кем не бывает. А, подожди, перед тем, как я туда упаду, сигану, нам надо бы фоточку сделать. Прощай, Хрейд. Не надо. Здесь... Прошу тебя, о, не все, надо. Все, все легли спать. Высота здесь даже для моей брони слишком огромная. Ярик же как-то кокнулся, поэтому ты меня прости. Ты меня специально подталкиваешь сейчас или что ты делаешь? Я тебя просто хочу за плечи держать, чтобы ты этот ничего не сделал. Нет, я должен быть наказан за то, что я столкнул тебя. За то, что я не спас Ярика. Нет, я прощаю тебя, не надо. Я не спас Ярика. Я прощаю тебя, ты ни в чем не виноват, не надо. Ты меня прощаешь, что ты будешь таить на меня обиду, хрен. Не буду, вот возьми. Это кусочек вечной дружбы. Вот. Что, морковка? С моего огорода специально для тебя выращивал. Как высоко, я не выживу, если я туда упаду. И не надо туда прыгать, зачем? Надо, Херейт, надо. Я должен Кому это надо? Я должен поплатиться за все, что я сделал сегодня. Так ты ничего не сделал. Ну подумаешь, дом взорвал, подумаешь, шоколадку не куда, подумаешь, меня столкнул. Так это я, дом взорвал из-за мистера Бриста, а не потому что ну, я плохой. Ну ты более, ты не виноват, вот не надо. Вот, Ярик, подожди, это. Вот он, ну, уже. Ну слушай, не надо. Ярика, подожди, потом, да, сигай вниз. Да не надо, стой, ну прожу. Шанса выжить здесь нет никакого. Ну сейчас Ярик придет, и вот тогда. Фоточку, да, сейчас Ярик придет. Главное как-то вот на F5 вот так вот встать.
Непонятно как, конечно. Я же все это время просто искал угол удачный. Это же просто был отвлекающий маневр. Я искал удачный угол, чтобы его столкнуть. И вот, он потерял бдительность. Знаешь, кто ты? У меня пресс болит. Знаешь, кто ты? Я тебе, значит, переживал, заботился, а ты вот так вот! Все, да был ты идти. Все, да сколько, просто да, просто Хирейду не везет. Раз, два, три. Все, я не могу, у меня уже голова болит. Он меня реально уже ненавидит всем своим сердцем, мне кажется. А прикиньте, это ему еще повезло то, что тут был, знаешь, кто ты? Это ему еще повезло то, что я обелиск поставил. Ой, я не могу, я так угорал, кошмар. Так, давай, пока он не пришел, фоточку сделай. Только непонятно где, непонятно как. Я, значит, забочусь о тебе, переживаю! Да херей, да сколько можно уже? В какой стороне я сдох, пока я... А, вон, вижу. Давай обелиск сломаем и обратно поставим. Это мой первый донат за 4 года. Я все, понимаешь, я за спавна сейчас бежал, со спавна. Ой, кошмар, у меня уже желудок болит. Он сейчас все чат начнет писать, где Обеликс, да. Обеликс, это как в этом фильме, как там было. Ну все, больше его здесь не было. На щеки болят. Ему из дома телепортироваться в болото, если у него там поставлено. И от болота еще такое же расстояние бежать сюда и подниматься на эту огромную высоту. Да, Обеликс и Астерикс, да. Я так долго момент подлавливал. Я минут 5 его... Ходи теперь, бойся, кто его сломал. Я так ему мозг пудрил, типа, все, прощай, Хрейд. Вот на секунду потерял бдительность, и все. Да, я еще и назвал его Высоцкий. Он что и называется Высоцкий, да, а не Высоцкий. Высоцкий.